11 135 детей Самары получили места в дошкольных учреждениях. Из них более 4 тысяч в возрасте до 3 лет. Традиционно в мае Департамент образования распределяет вакантные позиции в детские сады на грядущий учебный год. Перед летними каникулами освобождается большое количество мест. Детсадовцы из подготовительных групп уходят в школу. Я бы здесь хотел отметить, что мы не ограничиваемся одним распределением в рамках будущего учебного года. И в течение лета у нас как минимум, скорее всего, около 3 распределений еще будет, потому что мы знаем, да, традиционно, что кто-то будет отказываться от предоставленных мест для того, чтобы также на свободные места детей направлять. С родителями, ребенок которых получил место, после распределения свяжутся заведующий детским садом либо представитель учреждения. Также информацию о зачислении можно посмотреть в программе АСУ-РСО – автоматизированной системе управления региональной системой образования. В дальнейшем родителям в течение 10 дней нужно будет посетить детский сад и получить лист направления, а также подписать согласие или отказ на зачисление ребенка. А если родитель подписывает согласие, руководитель дает перечень необходимых документов, который прописан в регламенте на зачисление ребенка в детский сад, собирает этот пакет документов и уже в любое удобное для него время приходит к руководителю и подписывает пакет документов. После подписания согласия на зачисление родителям дается 20 дней на сбор необходимых документов. В случае отказа от предоставленного в детском саду места, родители должны обратиться в МФЦ и в заявлении указать только нужные дошкольные образовательные учреждения. При этом ни дата постановки на очередь, ни приоритетность зачисления ребенка в детский сад не меняются. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События.